Какие смешные дети. Доброе утро, Физа. Доброе утро, брат. Что такое? Ты такая веселая. Таиланд сегодня возвращается. Фанаты выложили забавный ролик. Вот и смеялась. Его не было 2 недели. Теперь нас немного отвлечется от работы. Нас уже несколько месяцев такая. Таиланд ничего не изменит. Конечно, изменит. Отвлечется. Зачем нужна еда, когда есть любимый? Она насытится другими вещами. Пиза. Брат, прояви немного больше участия к Таилану. Я уверена, если нас выйдет за него, она будет счастлива. Они построят новую жизнь, у них будут новые дела. Возможно, появятся дети. Тогда нас перестанет упрямиться. Пожалуйста, не говори о Таилане, как о волшебнике. Дорогой, даже если он не волшебник, он умеет обращаться с сердцем. Ладно, молодые девушки, но даже взрослые женщины готовы развестись и броситься к нему в объятия. Моя дочь не такая, как все, Физа. Была бы, как все, стала бы боссом компании и полгода путешествовала с друзьями. Как хорошо ты сказал. Будь у нее ум, так бы и делала. Она же у нас чудинкой. Чтобы ее контролировать, нужен кто-то умный, вроде Таилана. Не понимаю, чем тебе так нравится Таилан? Он что, пообещал найти тебе 6-го мужа? Ну что ты, брат, он же не сваха. Он доктор любви. Эрос – бог, написавший книгу о любви. В нем есть все, что нужно женщине. Ум, деньги, известность, харизма. И самое главное, он знает толк в любви. Смотри, это он, доктор любви. Да, да, точно. Ну, идем, идем уже. Пойдем. Добро пожаловать, господин. Обещали дождь, но было ясно. Я подстраховался, но видите как. Секунду. Как долетели? Хорошо. Представьте детей доктора любви и его девушки. Какие гены. Я думаю, этот парень такой фальшивый и неприятный, особенно когда собирает назад волосы. Доктор поехал один. Наверное, его отношения закончились. Я думаю, они не влюблены, иначе давно бы поженились. В социальных сетях постоянно пишут после вашего отъезда о том, что вы расстались и поэтому уехали за границу. Глупцы. Все прицепились к женитьбе. Конечно. Доктор Любовь и Нас Сайор. Вы прекрасная пара, господин. Не нужно рассказывать, я это не читаю. Отвези меня скорее в ресторан. Да, господин. Если вы в себе уверены, то скоро сделаете предложение, да? Осторожно, осторожно. Забудь про меня и смотри на дорогу. Господин, вы в порядке? Ничего не случилось? Я в порядке. Но если довезу, это будет еще лучше. Пират, он приехал. Где этот гаденыш? Стой, брат, не надо ничего делать. Помнишь, о чем мы говорили? Успокойся. Брат, он здесь, какой еще план? Я ему морду набью. Фират. Дай пройти. Брат, Фират. Брат мой, слушай, если план сработает, ему будет гораздо хуже. Не надо так, потерпи немного. Успокойся, дыши, не думай о нем. Думай о плане. Думай о плане. Не думай о нем. Да, господин. Опять не работает. Посмотри на них. Люди переместились на эту сторону.
Господин Кандемир, вы общались с фирмой? Ремонтники приедут? Я попросил отправить кого-нибудь, но, скорее всего, сегодня никто не придет. Я бы назвала это кармой. Но, по всей видимости, нас просто прокляли. С вашего позволения. Что ты делаешь? Звоню техникам, что же еще? Нет, ты говорила, что Таиланд приезжает сегодня. Я совсем забыла. Это из-за шефа. Ты забыла, когда возвращается твой парень? Поздно, он уже прилетел. Добро пожаловать, господин Таиланд. Прилетел, дорогая. Прилетел. Дорогой, прости, я не смогла приехать. Ты снова радуешь глаза, любовь моя. Ты не злишься на меня? Хотелось бы увидеть тебя раньше, но я не злюсь. С возвращением. Как все прошло? Мы будем обсуждать это здесь? Угости хотя бы кофе, раз не встретила. Господин Кандемир, можете принести нам кофе, пожалуйста? Конечно, госпожа. Сейчас все уладим. Спасибо. Опять сломался кондиционер. Да, не говори. И не могут приехать починить. Таиланд. Она такая красивая. Мне очень нравится. Я знал. Это означает бесконечность. Как наша бесконечная любовь. Жизнь наградила нас. Я в это верю. Мы так дополняем друг друга. Я знаю, что мы никогда не расстанемся. Пусть принесет удачу тебе и твоему ресторану. Поставь в лучшее место. Не беспокойся, я найду самое лучшее. Дела идут не очень, да? Фонд передумал в последнюю минуту? Было бы прекрасно вести дело с ним, а сейчас все стало гораздо сложнее. Дорогая, тебе не нужно переживать. Я обо всем этом уже позаботился. Не волнуйся. Ты поговорил с фондом? Нет. Вечер презентации. Завтра вы отвечаете за кейтеринг на презентации книги. Но как это? Не ожидала, верно? Не ожидала, потому что мы не занимаемся кейтерингом. Мы же ресторан а-ля карт, Таиланд. Любимая, я не говорю об обычном кейтеринге. На вечере будут самые уважаемые люди Стамбула. Подумай о ваших блюдах. Начнут говорить, писать. Дорогая, я знаю, что все внезапно получилось. Но я никому не могу доверять, кроме тебя. Не отказывайся. Пожалуйста. Таиланд, но как нам успеть к завтрашнему дню? Прежний шеф ушел утром, а новый только приступил к работе. Ну и хорошо, прежний тебе все равно не нравился. Может, с новым шеф-поваром будет намного лучше и вкуснее? Пожалуйста.